На территории региона свою активную деятельность продолжает оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Главная задача ее проведения – это предупреждение и пресечение фактов браконьерства. Совсем недавно сотрудники полиции поймали с поличным одного из таких нарушителей. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области установлен факт незаконной добычи водных биологических ресурсов 39-летним жителям поселка Армань Ольского городского округа. Совместно с бойцами СОБР регионального управления Росгвардии гражданин был задержан. В его автомобиле полицейские обнаружили 92 хвоста горбуши, ставную сеть и надувную лодку. Все это впоследствии было изъято. И сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Согласно статье 256, часть 1 УК РФ, подобные нарушения наказываются штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправительными работами, либо лишением свободы на срок до 2 лет.